Это что такое? Мы, отряды Путина, категорически запрещаем Хэллоуин. Давным-давно жили кельты. И они были язычниками. У них было всего два времени года – лето и зима. 31 октября они отмечали приход зимы. И когда ирландцы привезли этот праздник в США, все обросло маркетингом. Отмечая Хэллоуин, вы делаете богаче чужого дядю или тетю. Думайте головой. Я считаю, что Хэллоуин – это полнейшая безрассудица. Я, как истинный патриот своей родины, считаю, что у нас предостаточно наших российских праздников. Мы против американских праздников. У нас предостаточно своих праздников, и у нас их еще будет больше. Я как христианка, я считаю, это не по-христиански праздник. У нас своих достаточно праздников. Я против этого праздника. Это не наш праздник. Я против этого праздника. Он чужд для нашего разумения. Я не знаю этих праздников и не хочу. У нас свои праздники. Нет Хэллоуина. Я лично против этих праздников, как патриот Российской Федерации. Наши праздники прекрасные и нам чужие не нужны. Нет этой чертовщине. Это не праздник для нас. Американские праздники нам не нужны. Мы хотим своих, российских. Никакого Хэллоуина!